Наша игра – это, в первую очередь, шутер. Шутер про самолет. Соответственно, наша цель при разработке системы управления была предложить, с одной стороны, максимальное разнообразие схем управления, с другой стороны, предложить нечто очевидное для любителей шутера и для любителей авиасимуляторов. Одной из основных целей при разработке проекта является выработка нескольких схем управления, которыми может воспользоваться игрок. В результате мы остановились на четырех основных схемах управления, над которыми сейчас ведется активная работа. Это управление с клавиатуры, стандартное мышиное управление, геймпад и, конечно, столь любимые поклонники авиационных игр – джойстик. Мы хотим добиться простоты управления от каждой схемы, чтобы игрок мог выжать максимум из своей машины. Клавиатура – одна из довольно распространенных систем управления, принятых в нашем проекте. Она проста, предсказуема и прямолинейна. Кнопки работают по принципу «включено-выключено», то есть при нажатии отклоняют управляющие плоскости самолета с максимальной скоростью в крайнее положение. Как результат, самолет двигается несколько дерганно, но в то же время эта схема управления достаточно проста и позволяет выполнять фигуры высшего пилотажа. Управление с мышью и клавиатуры, оно более очевидно и более удобно, опять же, для игроков с шутерным прошлым, и оно чуть более казуальное. В данном случае игрок управляет движением собственного самолета с помощью курсора мыши. Поначалу его движения могут выглядеть несколько неуклюже, но спустя некоторое время приобретают необходимую плавность и четкость. В разработке находится также и более продвинутый экспертный вариант, который освоить будет сложнее, но в дальнейшем ваши усилия будут вознаграждены. Геймпад – это нечто среднее между двумя первыми типами управления, и его использование скорее является делом привычки любителей консольных игр. По стилю управления он ближе к клавиатуре, но обеспечивает большую плавность движения. Джойстик можно назвать оружием настоящих виртуальных пилотов. Это родной тип управления для самолета, и именно использование джойстика дает ощущение полета. Оно более сложное, оно полностью раскрывает все нюансы поведения самолета, но требует предварительного опыта, долгого обучения. Со временем, освоившись именно с этим типом управления, вы превратитесь в настоящего охотника. Все типы управления постоянно находятся в процессе совершенствования. Мы пытаемся их улучшать каждому патчу. Наша конечная цель – сделать все виды управления одинаково эффективными и сбалансированными, так, чтобы выбор той или иной схемы полностью зависел от личных предпочтений игрока. Каждый из этих типов управления позволяет игроку, в общем-то, максимально реализовать свои привычки и добиться хороших результатов в игре, вне зависимости от того, какой тип управления игрок выбрал.